Коллеги, доброго времени суток. На связи Евгений Волков. Сегодня у нас 2 апреля. Покажу, сколько удалось заработать за прошлый день 1 апреля. Значит, на альткоинах заработано $23.26. Это составляет 0,55%. И на биткоине $19.69. Это составляет процентном соотношении 0,36% в день. Учитывая то, что рынок у нас сейчас находится на спаде, то это неплохой результат, так как наш робот торгует только в лонг, только на повышение. Значит, можем проверить буквально для примера последние две сделочки, которые проходили по эфиру и по биткоину. Например, нажимаем сюда, открываем сделку по эфиру. Смотрим, он заходил по цене $3,358, и это было в 5:45 по Гринвичу, соответственно, плюс 3 часа 8:45 по Москве. 3358 8:45. Вот эта свечка 358, вот где-то здесь наш робот заходил 8:45 и выходил в 6:59. 3383 в 6:59, соответственно, в 9:59. Здесь визуально видно, что цена гораздо выше относительно входа. Вот. Следующую сделку можем взять по биткоину. 66 466, цена входа. И это было у нас в 5:31, соответственно, в 8:31. Находим эту свечку. Вот здесь примерно робот заходил в сделку на этой свече. И в 6:53 по цене 66 956, 6:53, соответственно, 9:53. Долго находился в сделке. Вот где-то здесь он выходил. Итак, друзья, все это вы можете проверить сами. Под этим видео есть ссылка на регистрацию для открытия демо-счета. Вы можете сами проверить, открыть себе демо-счет и абсолютно без денег посмотреть, понаблюдать за этим роботом. На этом все. Сегодняшний обзор. Посмотрим, что будет завтра.